без сварки и споттера. Буду использовать только молотки, монтировки, также резиновый молоток и все остальное. Ну что, приступлю к ремонту. Сначала отбиваю кантик резиновым молотком. Затем выбиваю внутренний кантик. Все это делается сначала на другую и потом. С той стороной, докуда идет кантик, потом он пропадает. Кантик начинает пропадать примерно вот в этом месте. Для облегчения ремонта беру колодки и делаю проявочку насчет кантика и ям. Сейчас видно во все ямки, вот как пробивается кантик. И...
Итак, заканчивается ремонт железом. Сбиваю рубанком мелкие шишки, где они побольше, подсаживаем молоточком. И остается только подготовить и покрасить. Ну, на этом все. С вами был Артур. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на мои новые видео.